Всем привет! Продолжаем запись цикла «Сделай свое кино сам». Сегодня расскажу буквально пару слов о том, как загрузить ваши видео на YouTube. Если у вас есть аккаунт на Google, у вас есть Android, логин и пароль от этого Android вы спокойно можете использовать для того, чтобы залогиниться на YouTube. Это одно и то же. Один и тот же логин и пароль вы используете и в Google, Google Почта, Google Drive, куча сервисов Google. Вот это все вы можете использовать одним логином и паролем, тот, который у вас есть на телефоне на Android. Если вы сделали видео какое-то, смонтировали более-менее так, как вам хотелось, следующий этап вы можете загрузить на YouTube. В поиске набираете «Studio YouTube». Можно вместе, можно раздельно. «Studio YouTube». А уже вот высветилось, собственно говоря. И идете YouTube Studio. Контент на канале. Ну, конечно, это мой канал, там у вас или же что-то уже вы грузили, то вам это видео не нужно. Или если вы еще ничего не грузили, то, пожалуйста, в правом верхнем углу нажимаете «Создать», «Добавить видео». Добавляете видео. Можно выбрать файлы через меню. Выбрать файлы, например, я сейчас приготовил на рабочем столе видеофайл вот этот вот. Вот. Либо еще проще и просто взять этот файл и перетащить на поле загрузки. Можете дождаться, пока будет загружено полностью видео. Это зависит от размера видеофайла, от скорости интернета, ну и немножко от производительности компьютера. Можете поменять сразу название, дописать, какое вам нравится. Или же все это сделать потом, чтобы не тратить время немного в неудобной обстановке. Если вы решили сделать это потом, нажимаете кнопочку «Далее». Ну, я рассказываю, как делаю обычно я. Здесь я тоже ничего в процессе загрузки не корректирую. Тоже нажимаю «Далее». Это все я уже читал. Здесь я ставлю доступ по ссылке. То есть до того момента, пока я впишу всю информацию, которую я хочу вписать в файл, я оставляю доступ по ссылке. Можно оставить ограниченный доступ, но еще раз говорю, я рассказываю так, как делаю я. Итак, доступ по ссылке. И нажимаем «Сохранить». Ну, кстати, информация здесь внизу показывает, что загрузка на 100% завершена. И уже идет обработка видеофайла. Нажимая «Сохранить», YouTube думает, показывает информацию. Это окошко можно закрыть. У вас появляется новый вот этот вот файлик. Сейчас он еще обрабатывается, еще нету никакой заставки. Значок. Вот YouTube называет это значок. Значок вы можете выбрать, либо загрузить свой значок. Условия загрузки своего значка вы увидите. Я обычно не гружу свой значок. Хватает того, что предлагает YouTube. Здесь тоже сложного ничего нету, вы просто подтверждаете аккаунт, и подтвердив аккаунт, вы можете грузить видеоролики больше 15 минут. Продолжительность видеороликов, которые вы можете загружать, больше 15 минут, и загружать свою заставочку. Вы придумали название. Вы написали то, что вы хотели сказать людям. Я, например, использую
несколько языков, если видео, например, отснято в Польше, рассказывает о Польше, то я использую, например, польский язык. Если видео отснято в Китае, снова говорю о своих видео, если видео отснято в Китае, я использую в том числе и китайские названия, китайские слова, китайский язык. Да, это немножко сложно, но я уважаю ту страну, в которой я побывал. Кроме этих настроек, выбора значка, здесь перематываю вниз. Если я делаю видео для детей, то это видео для детей. Но это не часто бывает. В основном это видео не для детей, это видео для взрослых. Возрастных ограничений в моих видео нет, поэтому я здесь ничего не меняю. Мои видео подходят для младших зрителей. Дальше нажимаю кнопочку «Развернуть». Развернув, рекламу я не загружаю. Автоматическая разбивка в эпизод на эпизоды может быть. Теги я обязательно заполняю. Если это были муравьи, то это мы пишем муравьи. Муравьи. Запятая. И так далее, и так далее, и так далее. Через запятую с пробелом здесь это все замечательно получается. После того, как вы нажмете Enter, у вас получатся вот такие вот значочки со словами. Это теги, по которым будут искаться в интернете, находиться в интернете ваши видео, которые будут участвовать в поисках. Можно тоже на нескольких языках. Чем лучше, чем больше, тем лучше. Здесь я обычно тоже ничего не меняю. Ну, в данном случае, вот если фильм о муравьях, то я ставлю, например, животные. Если это фильм о каком-то городе, о какой-то крепости, можно поставить, например, путешествие. Нажимаете вот этот треугольничек, развлечения. Если вы были на дискотеке или сняли что-то интересное и смешное, ну, тематику подбираете под видео. Так легче будет снова найти. Хотите разрешить пользователям? Разрешайте пользователям создавать короткие видео. Нет, можете убрать галочку. Вот такие вкратце изменения. После этого всего я сохраняю то, что я придумал. Когда все будет готово, открываю доступ по ссылке, нажимая ОК и сохранить. Ну, в этой ситуации я делать не буду. Еще можно добавить подсказки. Подсказки, допустим, на каком-то этапе, не имеет значения на каком времени вашего фильма. Допустим, в начале, если это, я, например, исхожу из такой логики, предыдущий какой-то фильм о животных. Предыдущие фильмы животных о природе. Ну, вот, например, таймлапс. Следующее видео, но сначала надо перейти, например, в конце, поставить метку временную. Добавляем видео следующее, например, вот Гонконг. И здесь будет показываться вот такая вот заставочка. В начале и в конце. Сохраняем. Можно, конечно, кучу других, не только видео, но и плейлисты, и целые каналы включать. Ну, сегодня краткий обзор, краткий вариант. В принципе, все, ваше видео готово. Все сохранено. Качество, соответственно, зависит от того, какое качество видеоролика вы подготовили. Если это 4К, значит, позже YouTube проконвертирует до разрешения 4К. Если это Full HD, то это Full HD. Ну, на сегодняшний день для эксперимента я поставил SD. Это качество довольно небольшое для того, чтобы не ждать долго времени загрузки. Здесь появляются эти все параметры, все это показывается. Если вам что-то не понравилось, вы можете его взять и удалить. YouTube предупреждает, что это видео будет удалено навсегда, потому что его не будет уже ни в какой базе данных YouTube.
ставим галочку «Я понимаю» и удаляем. Все. На сегодня все. Легко, просто. 5 минут. Всем спасибо.